Полет нормальный. В норме. 370.
Параметры конструкции ракетоносителя в норме. Работает нормально. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. 400. Стабилизация изделия устойчивая. 410. Полет нормальный. 420. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 430. Двигатель третьей ступени работает нормально. 440. Стабилизация изделия устойчивая. 450. Полет нормальный. 460. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 470. Двигатель третьей ступени работает нормально. 480. Параметры системы управления в норме. 490. Стабилизация изделия устойчивая. 500. Полет нормальный. 510. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 520. Параметры системы управления в норме. Есть подключение двигателя третьей ступени. 530. Есть отделение транспортного грузового корабля «Прогресса» МС-09. Транспортный грузовой корабль «Прогресс» грузовой. Давайте, давайте. Конференция закончена.